Всем привет! Мы снова на канале «Нам по пути». Я, короче, поехал в рейс на своей же, на 0.20. Ничего не изменилось. Вот вчера с Красноярска выехал, где-то часов в 6 вечера. Доехал до Каштана. Смотри на стоянку. Вот, вчера по темноте уже там по-быстренькому машину принял, да помчался у Игоря. Сейчас вот с утра посмотрел, сходил уже, то есть осмотр по-нормальному, то есть проверил давление в шинах, везде по восьмерке стоит на холодную. Посмотрел, получается, воздух, конденсат с ресивера, все нормально, ничего, никакой влаги, ничего нет, ни конденсата нет. На улице у нас ноль, снежок идет, поэтому вот такие новости. Воздух в прицепе уходит, кстати, парни. Не забывайте вот про эту кнопку. То есть она вот сейчас выстрелена, ее практически не видно. То есть если мы сейчас снимем с ручника, то видите, ничего не происходит, ничего не пшикает. Поэтому надо ее нажать, если у вас есть такая кнопка. Сейчас попробуем тронуться. Сразу подушечки подзадеру. Нивелирование, блокировка, трекшн, контроль сразу отключим, задерем еще, сейчас будем его раскачивать. Короче, подушки отпустил. Вот на седле у нас стало 12 тонн. Ну, на трицепе отпустил. Не ходит. Пойдем лопатой подкопаем. Малеха.
Видите, какая у нас резина. Так, лопата. Блять, где лопата-то? То есть вот опускать тоже сильно получается нельзя, имейте в виду, потому что крыло получается на колесо ложится. Ну, соответственно, раскачку не дает. Блять, неохота вот там ковыряться, все эти коники доставать. Пойдем, ну, Гирю, наверное, позвоним. Где, блять, лопата? Запаска стоит. Резина, я так понял, еще родная вообще стоит. Хотя нет, Гудьер. Может, вот цепочку кинуть. Чуть-чуть наелозил и все. То есть тут немножко уклон, видимо, туда. Сейчас покажу, за счет чего выскочил. Вот резина, видите, какая. Вот мне кажется, что континенталь стояла, но возможно и вообще родная. Короче, вот цепочку я бросил, на блокировку поставил и вот раскачал немножко.
ее поддавил сюда сразу. Вот сейчас уберем. Лопату я что-то так и не нашел. Утро, неохота Игорю звонить. Ладно, что, все, выскочили. Помчались дальше. Вот видите, здесь подтаяло, там подтаяло. И все, он раскачечку не дает. И лозит. Резина хуевая. На улице тепло. Пока на блокировочке. Пока выезжаем. Куда ты бежишь? Нам останавливаться нельзя. Ребята, вот 400 метров мы буксовали, ну вот 500 метров средняя скорость 1 километр в час, расход начинает падать, и вот 1,3 литра мы, получается, сожгли за вот эти 23 минуты. То есть мы гудели, пытались выехать 23 минуты, хотя я, получается, и глушил по сути ее два раза. Вот такие пироги бывают с утреца. Как говорится, блядь, просили, Дмитрий Валерьевич, плохой дороги, снега и так далее. Вот вам, получите, распишитесь. Ну все, короче, что, поехали мы потихоньку. Потихоньку помчим. Сейчас посмотрим, насколько он поднял нам общий расход. Был 32,7, когда с утра я завел машину. Вот. 33,4 стал. То есть вот 25 минут мы погудели, 23 минуты, да, не могли тронуться, поюлозили. Вот, соответственно, сразу расход увеличился с 32,7 до 33,4. Вот такие пироги. Ладно, что, ребят, все, уже температура у нас пошла, начала подниматься. Все, поехали потихоньку. На улице ноль, ну, пока вроде не скользко, не знаю. Обратно в транспортное положение ставим. Пошагали.